Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот. Это Shadow Tactics Blade of Shogun. Я продолжаю прохождение демки. И какие наши дела? Так, так. Мне надо дальше прокрасться и грохнуть всех защитников для того, чтобы атакующие захватили замок. Ну, в общем, если не вдаваться в подробности, надо всех убить и пройти дальше. Так, держать, есть новости. О чем вы говорите, ребята? Противник. Значит, я его грохну сейчас. Пока он будет за этими бочками и тут не увидит. Отлично. Давай-ка я тогда торпешник сюда унесу и сброшу просто нафиг отсюда. Ну, отлично. Теперь надо вот этого грохнуть. Я его, пожалуй, грохну также сюрикеном. Вообще, сюрикен офигенная тема, если честно. Сюрикен джитсу, да. Вот так, отлично. Тут никого. Все норм. Кто-то меня чуть не спалил, что ли? Чуть-чуть не считается. Так, вот это на балконе лазит чел. Тоже особо меня не увидит, я так понимаю. Никто. Отлично. Так, ниндзя в домике. Окей. Теперь надо вот этого замочить, а пока... А, он как раз... Самурая я пока сюда подведу. Так, хорошо. Тогда крадись за ними. Бля, чё это тут? Клади. Клади. Отлично. И... Давай тоже туда. Ему не видно, по всей видимости, вот этому челу. А, ничего, он не видит, он слепожарый. Единственное, что не знаю, безопасно ли этих двух убивать самураем сейчас, пока вот это чмо сюда смотрит. Наверное, не очень, потому что все-таки я в зоне какой-то зеленой нахожусь, и, наверное, только скрытные действия можно здесь сделать нормально. Поэтому я лучше проберусь ниндзя вот сейчас за ними. Точнее, не за ними, а когда вот этот отвернется, я вот в эти кусты спрячусь. А потом уже разберемся со всеми остальными. Вот так, да, отлично. Хотя, блядь, пошел ты. Хер мне с тобой тут общаться. Выдумывать что-то. Два меча достал и погнал. Правильно? Вот так. Я даже трупы убирать не буду. Пошли в задницу. Много чести вам, блин. Единственное, что надо сюрикен забрать. Сюрикен заберем. И вот этих можно еще чпокнуть сразу. Все равно тут никто же не прикрывает. Итак, ниндзя у меня может дальше идти. Кто тут у нас? Тут чел. Тут чел, тут чел. Окей. Так, сюда забираемся тогда. Клана нету больше, что сказал? Что сказал? Твой образ действий непривычен. Что-то они между собой, короче, переговариваются. Вы там это читайте. Если чё. Сейчас я чпокну этих обоих. А вторым челом грохну того.
Иксада! Вот так. По-моему, все четко. Что тут у нас за подсказка? Если необходимо, чтобы разные персонажи действовали одновременно, используйте режим двойника. Left Shift. А, так тут шифтовать ходы можно. Следующие ворота. Знаете что, я, пожалуй, сохранюсь. Что-то 6 минут уже прошло. Вот, а то вдруг я мискликну или что-нибудь типа того. Так, тут чел. Тут чел, понятно. И как вы предлагаете мне заходить сюда? А, он отворачивается, я понял. Сейчас повернется тогда. Я прокрадусь куда-нибудь. Вот сюда. Например. Так, а второго тоже надо. Поближе немножко встань. И сейчас на следующем, так сказать, заходе. Открываю ворота и сразу прохожу. Вот так, отлично. Вот, и теперь надо зашифтовать все это дело. Значит, нажимаем Shift. А. Ты убьешь этого. Теперь этот. Shift. А. Убьешь вот этого. И Enter нажать, чтобы они одновременно все сделали. Вот так, все. Обоих убили, обоих спрятали. Далее что? Не знаю. О. Ёптать, что такое опять? Все нормально вроде. Соломенные шляпы. Соломенные шляпы — тип врагов, устойчивых к отвлечению внимания. Они игнорируют приманки, подобные сакемогены, и реагируют на шум гораздо меньше. Ага. Ну, то есть, в принципе, реагируют. Обнаружив потенциальную угрозу, соломенные шляпы посылают на разведку обычного стражника. Так, вот эта вонючка ходит взад-назад, и мне мимо соломенных шляп никак не пройти. Так, а где мой... Я, они тут втроем сгрудились, мне очень хочется их чпокнуть вот этой штукой. Я думаю, сейчас все-таки попробуем отвлечь их внимание. Ты же умеешь по лестницам лазить? Не настолько дохлый, правда? Да, умеет. Ну, блин. Такие звуки издают, что вообще. Туши свет. Типа ни за что никогда больше, да? Так, теперь надо попробовать все-таки отвлечь внимание. В тот момент, когда они отвлекутся, быстренько... Так, а могу я шифтом это сделать? Вот так. А вот ты через shift. Вот так. Вот один кидает камень, другой спускается, да? Сразу. И потом я сразу его указываю сюда. Блять, ну и что? Он не спустился. Так. Подождите-ка. Может, ему поближе надо, да? Нет. А, вот что надо сделать. Тьфу, блять. Еще раз. Один кидает камень. Через shift. Вот сюда. Второй. Через shift. Спускается по лестнице. Вот, отлично. Все, он спустился, прекрасно. Все получилось. Теперь он вообще находится не в зоне действия. Сейчас кто-то уйдет.
и я проберусь в эти кусты. Не сказал зоны действия, зоны видимости. Вот так, отлично. Ну и, собственно, все. Сейчас тут мудак подойдет, и мы всех троих перехерачим. Потому что эта штука убивает... Дальность 3, радиус 6. Использователем счета. Он всех убьет нафиг. Вот так. Красавчик вообще. Спускайся. И подходи сюда. Так, что дальше? Здесь какой-то говнюк стоит, соломенная шляпа. А, ну он, в принципе, ни черта не видит. То есть я могу прокрасться сюда, когда он отворачивается. И сюрикеном его чпокнуть. Эй! Ага. Его кто-то и так убил. Это, видимо, еще один... Я даже не хочу читать, что он несет. Стреляли с башни, там кто-то есть. Да уж точно. Меткий стрелок из третьей дивизии. Такума-сан. Да, Такума, да. Так, давайте-ка вот это вот все. Опс, стоп, секунду, мне что-то объясняли, по всей видимости. Вместе с Мугеном выстрелите из пушки, это было уже. Найдите бочонок из пороха, чтобы взорвать ворота Ягурамун. А, бочонок, ну вот, да, подрыв. Поставьте бочонок рядом, затем... Ага, ага, вот здесь. Ну все, ладно. Короче, пока я туда доберусь, мне нужно всех убить. А что ты умеешь, чел? А, нихера себе. Ну, только это, наверное, блин, сразу палево, да? То есть я кого-то убиваю и сразу палево. Видимо, надо так стрелять, чтобы никто не видел. Но у него патронов как бы не бесконечные, я смотрю, да? Окей. Давай попробуем по старинке. Просто всех перерезать, если они спиной стоят, так в чем проблема-то? Сюда пробраться не могу, не, сюда мне не надо, по всей видимости. Да не-не, зачем сюрикен-то? Я не ту кнопку нажал. Да ёб твою ж ты в душу, мать! Бля. Последнее сохранение, хуй знает когда. Я не ту кнопку нажал, я должен был А нажать, нажал С. Вот такие вот мисклики, блин, постоянно и происходят. Косичина. Ёптать. Так, давайте я это дело сам сыграю. И когда уже до туда дойду, там уже включу запись. Так, я тут же, где и был. И давай я уже здесь сохранюсь, а то вот эти вот косячки могут испортить жизнь реально. Если я буду промахиваться мимо клавиш. Так-ка, патрон сэкономлю. Окей, тут все готовы. Так, что дальше? Тут два типа. Давай-ка с сюрикеном будем разбираться, я думаю. Дед пердед. Так еще ржет, блин. Блять. Палево. Они повернулись оба два. Нормально? На что не повернулись? Надо было, значит, его убрать, когда он сюда подойдет уже. Или просто расстрелять и все. Дед же нормально вообще стреляет, что? Че я парюсь-то? Не думаю, что мне так много прям патронов надо будет. Так, кочка А.
По очереди всех вырезаю просто и все. Следующий. Ну, отлично. Теперь дед пердед убьет по очереди каждого. Для того, чтобы у него была возможность перезарядиться, я сначала грохну вот этого, когда этот побежит туда, а потом уже этого грохну, когда он будет подбегать. Чтобы лишних охранников не понабежало. Что это за такое? Черная дыра какая-то. Чё ржёт так, падла, блин? Ну давай. Отлично. В этот раз все без палева. Да, в принципе, давай-ка. Здесь мы с самураем разберемся. Тут их двое, тут соломенные шляпы, все дела. Вот так. Он тоже так сказал. Вот так. Так, что дальше? Тут беготня какая-то. Пипец, он, они перекрывают, тут все на свете. О, вот этого можно сразу очпохнуть, мне кажется. Хер ли он тут стоит. Так, кустики, кустики. Забраться. Это кто? Гражданские? Этот бегает, блядь, еще тут. Надо как-то аккуратно, так, чтобы он меня не запалил. Так, это что такое? И что, блядь? Ну, упадет она вниз, и что? Вот херня, которая должна упасть на всех. Здесь-то не пройти, нет. Походу сюда надо, блин. Так, вонючки. Куда, блядь? Мне нельзя палить. Тихо-тихо-тихо-тихо, уходи, уходи, уходи. Я прошел. Так, сейчас они... трындеть будут. Да ёпа-мать! Да. Надо их, наверное, отвлечь тоже камнем. Так надежнее будет. Сейчас попробуем все по красоте сделать. Может, постепенно научусь по клавишам правильным давить. Давай-давай. Сразу сюда подогнать самурая, пока он идет. Давай. Хватит, хватит уже трындеть. Пора умирать. Дед пердед еще ржать будет, блин, падла. Подленько так. Вообще. Вонючка. Старая. Да уж, неплохо для старика, ага. О, тут без проблем. Самурай разберется. Отлично. Роль вьючного мула? Кто-кто, блин? Этот чел, кто же еще? Ниндзя, что ли, будет, блин, таскать? Сюда нельзя, да, зайти?
перемочить всех, не? Блин, как же тут опасно все. Ладно, спрыгнуть-то я могу прямо сейчас, но все равно не увидят, правильно? Так, давай. И камешек. Да, блядь. Меня запалил, падла. Сука, задолбал, а. Так, давай я до сюда дойду и... включу запись. Так, продолжаем. Я уже туточки. Это вонючка. Меня... Блядь, да он заебал. Реально заебал. Он меня даже на крыше палит. Меня даже на крыше палит, короче. Надо вообще, в общем, пробираться, пока он... ну, здесь трандит, он мимо пробегает, тогда только. Урод, а? Никак его не убить, блин. Вот он бежит по этому по лестнице и. Здесь он меня спалит, интересно. Или нет? Рапортуйте. Как дела с амбарами? Какими амбарами, блядь? Так, вот он бежит, бежит, бежит. Меня видит? Нет, не видит. Ну, отлично. Давай, 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 давай. Не-не-не-не-не-не-не-не. Фу. Пожалуй, здесь стоит сохраниться. 100 раз не проходить это дело. В таких играх, блин, имеет смысл. Пожалуй, вот сюда вот. Нажму, когда это чмо прибежит. Довольно, блин, часто бегает. Вот, отлично. Так, Ctrl, да, я могу на них скинуть все это дело. Только, блин, он убежал. Ну, сейчас. Сейчас он вернется. Я на него все это скину. А то он охренел. Получай, фашист, гранату. Отлично. А, я вот этого забыл убить, блин. Во, я даю. Давай, пока. Теперь остался только один чел. Ну, его я сейчас самураем просто чпокну и все. Так. Иди, зарежь его нафиг. Потом возьмешь бочку и потащишь. Вот так. Ой, теперь бери бочку. Так, ты подсказку прочитай. Чё? Бросить бочку? Муген единственный персонаж, способный переносить тяжести. Используйте маус L, чтобы поднять тяжелый предмет, маус R, чтобы его поставить. Можете также бросать... А, бросать на крышу, блядь. Понятно. Тащи бочку. Вот сюда. Сейчас мы ее по крышам будем. Бэм-бэм. Бросать. Бочку с порохом. Че, все логично.
Так, да? Оп. Вообще, забросил бочку, ровно поставил так. Тик. В обход пошел. Никто его не видит, все норм. Самурай таскает бочку по крыше. Так. Вот так. Все порадовались по этому поводу. Смотри, графика-то неплохая совсем, да? И побежали атакующие. Сейчас Сёгун захватит замок, по всей видимости. Какой славный день, Сёгун одержит победу. Война наконец закончится. Мы многого достигли. Как же война закончится, если игра только началась? Согласен, только не жди, что я поделюсь гонораром. А ладно, бухнем потом, типа, да? За Сёгуна. Я понял, короче. В общем, все здорово. Это моя статистика. Так, убито 3, убито 17. Нифига себе, он убил. А, ну правильно, я там мочил по три пачки сразу. Выполнить миссию не менее чем... О, как это ни в кого не стрелять? Выполнить миссию на высоком уровне сложности. А какие у меня уровни сложности? У меня только один уровень сложности. Я буду, естественно, играть на максимуме. Как только я куплю игру, я сразу же поставлю максимальный уровень сложности и продолжу. Поэтому, как говорится, если не подписались, подписывайтесь. Это был Кот. А это Shadow Tactics Blade of Shogun. И начнем прохождение, я думаю, со следующей недели. Всем спасибо, кто смотрел. Лайк, подписка, все дела. Всем пока.